Быстрее, быстрее, быстрее! Боже! О, жесть! Очуметь! Тихо, 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 тихо. Ой, жесть! Тихо! О! О, жесть! Эге-ге, всем привет, ребятки! Вы на канале Funny Games TV. Рад вас приветствовать в очередном хорроре. Эта игра называется Blood West. Давайте быстренько взглянем на нее. Это будет небольшой первый взгляд, но продолжать или не продолжать играть в эту игру вы, конечно же, напишите мне в комментариях. Итак, поехали. Добро пожаловать в Blood West. Для перемещения используйте клавиши «Ага». И поговорите с ближайшим тотемом, чтобы узнать, что дальше делать. Так, ясно. Ночь какая-то, мы в каком-то каньоне. Так, тотем. Тотем — это ты, да? Тотем духа. Вот тена! Сработало, сработало! И все куски на месте. Что? Ты кто? Кто я? Ты хотел сказать, кто мы? Мы лишь несколько духов, слившихся воедино. Куда важнее понять, кто ты. Я не знаю. Ответ прост. Ты живой мертвец. Мы приложили огромные усилия, чтобы призвать тебя сюда. Мы знаем о твоих похождениях и достижениях. Ты прославился на всю страну. А жуткие слухи о тебе ходят из-за ее пределами. И наш туз в рукаве. Продолжить. Сразу отвечу на твой вопрос. Нет. Обратно мы тебя отправить не можем. Пока что. Видишь ли, такова природа любого призыва. У него должен быть повод. А повод у тебя есть. Ты живой мертвец, не подверженный внешнему влиянию. Ты будешь нашим факелом во тьме. Твоя искра разожжет пламя, что очистит гниль этого мира и освободит нас из бесконечного круга отчаяния. Ну, что я должен сделать? Ищи зло, что скрывается в этом мире. Ощути запах серы в воздухе. Почувствуй вкус скверны. Узри трещины в реальности и язвы на останках мертвецов. Только тогда ты обретешь свободу и сможешь уйти. Ничего не понятно. Разве что я какой-то мертвец. Ладно, пошли дальше. Так, скрытность. Чтобы переключиться в этот режим, удерживайте контроль, C, у вас нет оружия, проберитесь мимо врага незаметно. Ага. Хорошо. Так, не попадайтесь на глаза монстрам. В нижней части экрана есть датчик обнаружения, а сверху компас. Понял. Так, не попадаться. Окей. А, у меня, короче, да, у него типа, видишь, он меня слышит, если я... О, здорово. Это что такое? Ладно, потом нам расскажут, видимо. Ой-ой-ой. Отлично. Просто уходим. Монстр, конечно, жуткий. Так, давай постоим немножко. Восполним эту, я не знаю, что это такое. Стамина, не стамина. Жуть. Кто ты? Что за монстр, непонятно. Так, дальше куда? Направо, налево? Ой, я не знаю. Ладно. Пойдем направо. О, отлично. Золотой слиток какой-то нашел. Так, ну окей. Пока непонятно, что здесь происходит. Нас воскресили для того, чтобы мы со всеми тут разобрались. Неподалеку лежит оружие, довольно полезно. Вау, спасибо. О, скелетончик, спасибо, что ты оставил мне топор. Как взять оружие? Откройте инвентарь, перенесите оружие в основную ячейку. Держать в руках можно по 2 единицы оружия. Крупная занимает основную ячейку, малая — любую. Для выбора оружия используйте клавиши с цифрами или колесо мыши. Так, ай. Угу, сюда. Все понял. А, ух, топор, отлично. Ага, бью, и стамина заканчивается. Понял? Так, ну можно встать, наверное, пока. Так, ячейка для снаряжения. Одноразовые инструменты и артефакты можно хранить в особых ячейках. Так, это что, бинт? А, вот, все, сюда могу, наверное, да? Это что, целебное зелье? Восстановит 70 единиц здоровья за 20 секунд. Не сразу. Бинт. Ну, бинт на пятерочку. Это что, слиток проклятого золота, вырванный прямиком из недр земли. Грубый и неожиданно красноватый. Торговец хорошо заплатит за этот принт. Да что у меня сегодня? Торговец. О, перо какое-то. Перо. Что
что это? Так, улучшает восстановление выносливости на 25%, снижает максимальную выносливость на 25%. Эффект могу сюда в артефакты поставить. О, у меня 90 стало стамина, но зато она быстро будет восстанавливаться. Так, куда мне идти? Нажмите левую клавишу для легкой атаки, удерживайте правую для тяжелой. Застав противника врасплох, вы нанесете больше урона. Понял. А что, подожди, туда можно еще пойти? А, здесь тупик. Ага, прорубить не могу, нет. Ну ладно, пошлите, короче, монстрял убью. А, все, понял. Так, тихо. А ну-ка сюда иди, монстроголовый. Но! Хорош, критически. А, еще и залутать его могу. Золотая монета. Так, потом прочтем, там еще один монстрял, давай его быстренько прищем тоже. Эй, монстр. На! Ой, живой! Нифига себе! Умри! В голову. Отлично. Жесть, он мне хп снял. Так, ну он мне дал еще одно зелье. Я могу, наверное, восстановить. Во, 50 хп у меня осталось. Вы что, серьезно? Так, отлично. А, и оно постепенно восстанавливает. О, записка, живой мертвец. Ладно, потом прочтем. Тут что у нас тут обрыв? Нет, сюда не хочу. Так, отлично. Этого я залутал. Здесь у нас... А, здесь у нас что-то есть. Какой нет-нет. Ух, нифига себе, ржавый нож. Обрез. Так, и патроны для дробовика. Хорош. Так, подожди, обрез это... Вот сюда хочу. Так, восстановление... Восстановлено оружие. Угу. Ну, короче, нормас, видимо, оружие. Так. Куда дальше? Подожди, а как мне назад вернуться? Я там... Блин, я пошел в другую сторону. Может, надо было в другую сторону идти? Ну да ладно. Так. Ага, бегать можем. Сюда что? О, нет, здесь обрыв. А, ну да, я же здесь записку подобрал. Окей. Так, пошли дальше. Вау-вау-вау-вау, револьвер. Очуметь, класс. Револьвер. Так, существуют разные типы боеприпасов. Чтобы выбрать тип боеприпасов, используйте Е, чтобы перезарядить R. Оружие можно разрядить, поместив патроны в инвентарь. Ага, понял. То есть, короче, я могу выбрать револьвер. А у меня разные патроны, что ли, на револьвере? А, вон, внизу переключаю. Все, понял. Ну, вот каких-то 6 заряжено уже. Ладно, так, целиться могу? Да, отлично. Слушайте, ну это такой экшен-хоррор, да? Так, давай возьмем. А, нож могу сюда взять. А сколько у него дамага? Урон 5. А здесь? А, ну топор, естественно, получше. У него урон 10. Так, записку давайте прочтем. Что там за записка? Живой мертвец. Существо, порожденное зловещей черной магией. Наблюдать за ними особого смысла нет. Они могут часами радостно смотреть в одну точку или бездумно шататься по округе, пока не заметят живое существо. Когда в них пробуждается какой-то убийственный инстинкт, повадки. Разумеется, эти жалкие существа не помеха для опытного охотника. Но недооценивать целую группу живых мертвецов – дурная идея. Увидев живое существо, он попытается разодрать его когтями. Иногда он даже набрасывается, причем с удивительной прытью для многих новичков роковой. А, это то есть мозг, это описание монстра, понял? А, на Q у нас там что-то еще, я Q нечаянно нажал. Угу, все понял. У нас еще один тотем. Так, поговори. Здесь тебе ответов не найти, так что отправляйся на поиски золота, мерцающего во тьме. Еще раз спросить, что нужно делать. Ищи зло, что скрывается в этом мире, ищи запах... А, ну это мы читали. Уйти. Он говорит, здесь ответов не найти, короче, иди дальше. И надо найти как кого-нибудь и расспросить. Окей, а чё так темно-то у вас? Так, дневник. Чтобы открыть дневник, нажмите J, здесь отобразите кучу. Да, чтобы узнать прогресс. Окей, понял. Так, новая записка. Я проснулся с этим дневником, так что придется его вести. Постараюсь записывать все, что важно запомнить. Так что можно будет свериться с дневником, если память подведет. Понял. Надо найти кого-нибудь и выяснить, где я и что тут творится. Я тоже, чувак, думаю, надо выяснить, что здесь творится и где ты. И где я. И где мы с тобой. Ну и где все остальные. Почему до сих пор никто не смотрит видос? И не поставил лайкос? Не знаю. Надо разобраться. Сейчас пойдем разбираться. Так.
Куда можно пойти? Я так понимаю, в игре много всяких секреток. Вау. Ага, там монстрелы ходят. А, я прыгать могу, кстати. О, сюда могу слезть. О, здорово. О, давай револьвер попробуем. А, шотган я взял. Не, это обрез. Давай возьмем револьвер. Так. Голову прощем ему? О, боже! О, минус голова. А, нет. А, вот теперь да. Так, 3 патрона осталось. Так, а чё ты мне ничего не даёшь? Мертвечина. Вот жадные мертвецы нынче. Дай чё? Это тоже... Это чё такое? Камень? У меня камень появился? А, типа отвлекать могу? А, прикольно. Ладно. Ну, ничего прикольного. В принципе, эта механика во многих играх есть. Но, тем не менее, ладно, идем дальше. Так, здесь вроде бы тихо достаточно. О, отлично. А, это я, короче, по кругу, видимо, прошелся, да? Ну-ка, давай назад вернемся. Видимо, да, вот я отсюда вышел, да, если бы я сюда пошел. Ну все, понял. Просто мы обошли по кругу. Ладно, пошли дальше. Что-то, а, устал, стамину, смотри, блин, стамина очень долго восстанавливается, кстати. Вообще долго, ты посмотри. То есть я пробежался. Я же перо вроде экипировал, вроде написано. Улучшает восстановление выносливости на 25%. О, ты кто? А, это NPC, что ли? Так, безопасные зоны. Здесь можно торговать, в частности, купить карту. Пригодится. Учите, когда вы погибаете или отдыхаете, некоторые враги восстанавливаются. Поговорите с шаманом и тотемом духов. Окей, понял. Тотем шаман. Что? Тут у нас мертвец, которого я похоронил, вновь ходит по земле. Я почувствовал присутствие непокоенных духов. Мне казалось, мои талисманы защищают твое тело. Видимо, их оказалось мало. Что со мной случилось? Я нашел тело, твое тело. Среди останков чудища решил похоронить его согласно обычаям моего племени. Я провел все ритуалы, но этого оказалось мало. И могущественные духи вернули тебя в мир живых. Не знаю, хорошо это или плохо. Ты кто? Я никто. Раньше я общался с духами, вел племя, которого больше нет. Остался лишь я. Позори, я скитаюсь по этой земле, пытаясь исправить то, что могу, и упокоить то, что исправить мне не по силам. Так, что со мной случилось, я уже читал. Я нашел твое тело среди остатков чудищ, да, и решил похоронить. Так, вопросов больше не имею. Хорошо, иди же, оскверненный. Пусть дорога принесет тебе покой. Продолжить. На твоем месте я бы направился в сторону города. Найди следы железного коня и иди по ним. Я видел, как кое-кто из твоего племени что-то ищет у руин. Может, он что-то знает о твоем прошлом, а может и нет. Так, чем я тебе могу помочь? Ну, давай. Живой мертвец желает мне помочь, как любопытно. Да, помощь мне не помешает. Возьми этот сверток. Иди по следам горячего железного коня. Найди пещеру, служившую когда-то захоронением для моего племени. Оставь его там. Он поможет духам. Можешь убить тварей, что поселились там. Во имя великого добра. Согласен. Благодарю тебя, оскверненный. У меня нет для тебя вознаграждения, но наверняка ты отыщешь что-нибудь полезное в пещере. Окей, бро, спокойно. У вас достаточно опыта для нового уровня. Откройте экран персонажа H и выберите новую... О, нифига, у нас еще система RPG. Так, подожди. Поторгуемся. Пусть же твой путь закончится лишь... Когда ты обретешь покой. Так, поторгуемся. Вау, у него купить можно что-то. Так, сколько мне денег? 500. Это что? Это я могу продать ему, да? Бах. Не 500, 50, 90 у меня баксов. Мешочек, небольшой мешочек от шамана с кое-какими травами и минералами. Лучше пока не открывать. Продать нельзя.
На леске что-то нацарапано, может, что-то важное? Да нафиг, это записка какая-то, там просто про монстров сказано. Так, давай смотреть. Значит, у него, смотри, костяной нож, а мой нож сколько дамажит? Подожди, у него сколько? 10, основная атака, и 23 второстепенная. А у меня 5 и 15, нифига у него мощь. Ну, он стоит 700 баксов. Что? Карта у него есть, карта каньонов. Давай карту, наверное, купим. Куда-нибудь сюда. Ага. Все, 55 у меня баксов осталось. Я не знаю, ножом я, наверное, не буду пользоваться. Можно его продать, но он и стоит 1 доллар всего. О, вот еще у него сбалансированный нож. Достаточно острый, чтобы пронзить. 7,20 стоит. Ну, короче, да, пока продать мне нечего. Вот эта монета... О, вот это да, монета. Блестящая золотая монета. Похоже, ее осветил представитель духовенства. Может, поэтому такие монеты редки в пустоши. Если она... в экипировке в момент смерти, то вы не получите новый порог. Можно обменять на благословение у тотема духов. Ну ладно. Так, шаман попросил меня о помощи, я понял. Так, давай поговорим. Раз уж ты здесь, мы объясним, что от тебя требуется. Это место проклято, и тебе нужно найти источник проклятия. Мы не знаем, откуда оно взялось, так что смотри в оба. Приноси нам все, что покажется тебе странным или жутким. Продолжить. А если собьешься с пути, возвращайся к нам. Возможно, мы облегчим твои страдания. А пока можешь отправляться на поиски. Мы знаем, где можно начать. Следуй за сильным запахом тьмы. Некоторые ответы ты найдешь под сгоревшей церковью в разрушенном городе. Что-нибудь еще? Так, куда теперь? Вы можете мне помочь? Можем, да, разумеется. Мы можем тебя благословить, но придется заплатить, учти. Что вам от меня нужно? Мы ищем проклятое золото, металл, блестящий пленом и коварством. Принеси его нам, и мы спрячем его от рук смертных. Так, продолжим. Ты нашел золото? Закопай его под этим тотемом, и мы тебя благословим. Золото у меня. Что конкретно вы умеете? Мы умеем много чего, но тебе можно выбрать что-то одно. На чем остановишься? Так, мне бы не помешала кошачья удача. А что это такое? Хочу уступать бесшумно, как лисица. Благословите меня недюжиной силой медведя. Хочу замечать все, что блестит, словно сорока. А что за кошачья удача? А, уже все. Благословение действует, пока вы не погибнете. Нужно отнести проклятые предметы к тотему духов. Кошачья удача? А, мне сказали... Подожди. Обыскать церковь — новая задача. А, вот, смотри, легче перышко. Улучшает восстановление выносливости на 25. Вот, благословение кошки. С благословением 9 кошачьих жизней можно избежать проклятия после смерти. А, проклятие после смерти, понял. Так, да зачем мне этот камень? Привычка, да, в Данглайд переиграл, на Q постоянно нажимаем. Так, ну ладно, можем идти, наверное, дальше. Шаман сказал, короче, что нам надо. Подожди, давай посмотрим, что у нас тут. Шаман говорит, попросил меня вернуть покой. Нужно найти их священную пещеру, оставить там сверток, который он мне передал. Он сказал, говорит, иди по какому-то этому. А, во, навыки, смотри, у меня 3 очка навыка, могу что-то улучшить. А, быстрая перезарядка. Ускоряется на 25%. Давай, наверное, возьмем быструю перезарядку. Грузчик. Объем инвентаря увеличивается на 3 ряда. А, ну давай, тоже. Подожди, а еще что есть? В моих венах бежит русская кровь. Алкоголь 10 на 75% слабее русской крови. Против лома нет... Когда в руках оружие ближнего боя, выносливость восстанавливается быстрее на 50%. Блин, не знаю, либо грузчик, либо собирать снайпер. Когда я с пушкой, никто не круче. И прицельное оружие колеблется на 25% меньше. О, давай вот это возьмем. Снайпер нам, я думаю, пригодится. Вот тем более монстрела впереди. У меня патронов мало. Так, ну давай попробуем. Минус. В голову хорош. Он сказал, говорит, иди по дороге с железного коня, что ли. А, пояс. Рельсы. По дороге с железного коня. Рельсы. Правильно же? О, взять все. О, еще один. Здорово. Минус. Вот это я просто ковбой. Так, тут еще кто-то есть. Вот оно. Ай-яй-яй-яй-яй.
Ай-яй-яй, перезаряжай! Боже, он бежит. Ты куда бежишь? Что ты рычишь? Ха-ха, мусороголовый. Умри нафиг. О, хорош. Так, патроны, давай. Так, записка вижу, да, сейчас подожди, давай залутаем сначала. Пошли монстров. Так, ну меня вроде никто не слышит больше. Так, что у тебя? О, торговец хорошо заплатит за зубы чудовища. О, зуб чудовища. Отлично. Да боже, опять кью, привычка. Дурацкая привычка. Так, тут есть что? Это что? Коробка сигар? А нафига мне коробка сигар? Так, торговец. А, коробка отличных сигар. 20... А, продать, короче, можно. Все, понял. Так, иди, говорит. Там еще монстр, я понял. Иди по дороге, говорит. И оставь. Все. Короче, он говорит, да, надо по рельсам нам идти, и мы найдем какую-то пещеру, видимо. Так, заметки духи. Давай прочтем, что за духи. Так, читать. Природа темной магии пустоши все еще не изучена, и духи очередное тому подтверждение. Долгое время предполагалось, что только материя может подвергнуться деформации и различным искажениям. С открытием духов это предположение ушло в прошлое. Так как мы получили доказательства, что даже эссенция живого существа, чаще всего человека, может претерпеть изменения, видимые невооруженным глазом. Повадки. Эфирная природа духов делает их менее уязвимыми к традиционному оружию. Однако серебряные боеприпасы оказались весьма эффективны. Опытные охотники предпочитают выждать, пока дух не бросится на них. Именно в этот момент тварь наиболее уязвима. Ага, то есть это... так. А у меня сейчас какие пули? Подожди. А тут описания пуль нету, видишь, видимо. Давай обычные, наверное, зарядим. Эй. А, все, они у меня обычные заряжены. Короче, это описание тварей, которые здесь, видимо, обитают. Какие-то духи, я так понял, есть. И они, их только можно убить. Ну, не только, но серебряными пулями, говорит, лучше всего их убивать. А, во, я пещеру нашел. Вот это пещера, что ли? А вот эту пещеру? Мне сказал шаман, нет? Смотри. А, нет, это просто туннель заваленный. Нет, видимо, все-таки мне надо в другую сторону идти. Ну, ладно, окей. Побежали. Блин, стамина как быстро заканчивается. А тут у нас еще, смотри, я могу по рельсам пойти, а у нас тут еще вот проход есть. Он прыгает невысоко. О, тут, да, тут. Монстр. Да боже, промахнулся. Второй раз? Ты серьезно? Давай, иди сюда. На, хорош. О, дядь, а что с тобой? Чё ты стал, молишься? Ха, прощения у меня просишь? Нет, не прощу тебя. Умер. Отлично. Отвал башки у монстра произошел. Так, ладно, идем дальше. Боже, я даже не знаю, куда идти. У меня же есть карта. Это шаман попросил... А, вот сюда. Шаман попросил меня вернуть покой за хранение его племени. Нужно найти их священную пещеру и оставить там сверток, который он мне передал. А, вот, отлично. У меня на М карта работает. Хорош. Так, ну окей, нам как раз таки сюда, да? Я правильно иду? Да, я где-то здесь. Во. О, боже. Минус. Отлично. Блин, надеюсь, вам не темно, ребят, смотреть. А чё монстры? У них лута нету нифига. Ох, нифига, так, у меня один патрон. Так. А, он глухой, смотри, он нифига не слышит. Там еще один. Отлично. Так. Заряжай! Заряжай! Боже! Ой, хорошо. Успел. Так, вот этого можно залутать. Отлично. Фух, я уже испугатушки обосратушки сделал. Так, тут что-то у нас светится. Стрелы. Да, боже, опять на кью нажал. Так, возьми топор. Так, этот мертвый. Так, этих я залутал. Я отсюда пришел. Так, шаман, а куда мне? Это что такое? А, лук! Нифига себе, нормас.
never gets the job done. О, череп какой-то. Монетка. Отлично. Нифига тут лута. Шамана в пещере. Так, это заберем. Куда мне идти? А вот тут еще лут какой-то есть. Это выход какой-то. Че это? А, перо. Блин, как лут плохо видно. Ну ладно. Думаю, со временем привыкнем. А че, я тут только ночью буду, наверное, бегать, да? Ух, нифига себе, это что за баба-яга? Не, я что-то боюсь пока туда идти, подожди, там какой-то новый монстр, ребят. Какой-то новый монстр. Так, ладно, шаман говорит оставить здесь верток, а где? О, я очистил захоронение, надеюсь, раз... Так, содержание свертка развеивается вокруг и создает ауру тишины и спокойствия. А, мы выполнили. Серебряная кружка. Все? Ну, до туда я явно не допрыгну, но мне и не хочется особо. Так, ну все. Видимо, я выполнил волю шамана. Да, дал я здесь. Город, башня, ферма, захоронена. Карта достаточно обширная. Так, ну туда я, наверное, не пойду, потому что я думаю, что рано. Давай пойдем все-таки попробуем еще успеть сбегать по рельсам. Ну, я пошел прямо, тут у нас еще поворот есть направо. Так, что у меня, что за кружка, что я за кружку поднял? Ну-ка давай. Так, торговец, просто торговать, короче, можно. А это что такое? Снимает все проклятия и пороки. Особая смесь. Класс. А, вот это еще. Так, изящный хрустальный череп ручной работы. Очень похож на настоящий. Закройте глаза, раздавите его в руке и представьте место, в которое хотите переместиться. И череп исполнит ваше желание. Так. Перенестись в безопасную зону. Переносит к последнему тотему духа, к которому привязана ваша душа. О, класс. То есть к тотему могу переселиться. Ну, отлично. Так, я оттуда пришел. Давай сюда еще сходим. Может, тут здесь просто лут. Во. Вот здесь я бы мог перепрыгнуть, видишь? А это разбивается, нет? Вот там мы наверху с вами были. Может, не, он не залазит. Блин, он очень низко прыгает. Очень низко. Вообще. Ну ладно, ясно. Значит, нам пока еще туда рано, или мы еще найдем проход. Ой, тут до сих пор стоит, смотри. Так, ну все, побежали тогда. Здесь мы вроде все залутали, паровоз этот. Побежали по рельсам тогда. Ага, вон там еще монстр. Блин, ну у меня на револьвер нету патронов. А, дробаш это видишь? Хотя можем попробовать его убить так, стелсу. Он слышит меня, смотри. А, когда я присел... А, там он не один. Там еще есть. Давай топор, быстрее. Давай. Ну, хорош, критический удар. О, и бинг дал. Отлично. Так, тут есть что-нибудь? Так, ну он меня не видит. Пустоголовый, монстроголовый. Так, надо быстро, пока он спиной ко мне, попробовать его забрать. Так, слышит. Ага, увидел! Ух, нифига себе! Ты видал, он прыгает как, вот это жесть. Да что ты лут не даешь? Еще записка. Так, заметки. Блудная ночь. Так, ну здесь я не перепрыгну, а там он монстр, смотри. Крепость какая-то, жесть. Замок, вернее, какой-то, или крепость. Так, ну записку. Ага, веревка не разрубается. О, вон еще монстрела. Блин, на револьвер патронов нету, да? Или есть? Не, нету, вообще ноль. О, лук! Я с лука еще не стрелял. На луке есть патроны. Как стрелять? Ой! Я думал, держать надо. Ой, жесть! Ай, блин! Ну подожди! Бро! О май гад! Быстрее снаряди! Быстрее! Боже! О, жесть! Очуметь! Ты видел, какие они прытки? Это просто пипец. И где я? А, вот это Эмма.
И они что, ожили все? А что с оружием? Оружие на месте, подожди. Блин, лук это пипец, им надо уметь стрелять. И что, они сейчас живут? Нет. Мертвый. А, вот сюда еще дорога. Или я отсюда пришел? Не, я сверху же пришел. Не, вроде монстры убиты, смотри. А здесь? Майга, там что-то летает. Где он? А, вот он. Боже, стрела летит так по-дурацкому. Ага, попал, ну. Угу, понял. Ну иди сюда теперь, давай. Алёша, держи. Ха-ха, без головы. Хорош, два зуба ждал. Ой, стрелу могу забрать. Отлично. Фух, все, ладно, побежали. Я не знаю, что он тут охранял, может, это какой-то лут. Ну, хотя, вроде бы, нифига тут у него нету. Кактусы охранял, что ли, стоял? Ладно, побежали. Че это летает? Ага, монстры какие-то кругом. А, духи, вот. Души, наверное, да? Да. Вот же жесть, туда можно спуститься. Ладно, пока побегу. Просто по дороге. Ага, есть, смотри, указатели. Форт. А, башня. Шахта, что ли? Да, видимо, шахта. Ладно, побежали. Так, тут огонь. А, тотем. А, и все, и кошачья у меня. Кошка у меня исчезла. Так, тотем. Здорово. Золото всегда плодит жадность и приманивает зло. Так, куда теперь? Духи ничего нового нам не говорят. Может, наша предыдущая подсказка поможет? Ага. Что-нибудь еще? Вы можете мне... А, ну могу еще, короче, зачарование какое. О, еще один. Джим Хупер. Новое лицо в наших краях, а? Заходи, тут безопасно, в отличие от других мест. Ты из тех бравадос, что пришли сюда за легкой наживой. Только не надо мне жаловаться на чудищ, лады? Мне важно только заработать и не нажить себе проблем. Что происходит? Слушай, тут и говорить-то не о чем. Тебе и так понятно, что округа кишит всякой нечистью. От местных теплого приема тоже не жди. Но если смекалка на месте, можешь малость подзаработать, собирая разные вещички. Или убивая монстров. Если тебе такое понравилось. Но вообще высовываться не советую. Понял. А если хочешь добраться до самой сердцевины зла, то ты на верном пути. Здесь есть старая сгоревшая церковь. Там явно что-то нечисто. Ну разве ж так разбогатеешь? Лучше собрать, что можно. Продать и проваливать из этой гнилой дыры. Ага, поторговаться можно. Ух, нифига. Так, топор у него какой-то. Урон 13, у меня здесь. О, топор покруче у него. Револьвер. Такой же, как у меня? А, не, у меня ржавый револьвер, а у него револьвер. Урон 22, а у меня 17. Дробовик. Урон 70. Дальность 11 метров, правда. Еще револьвер 30. 1250, сфера ночи. Пьяный мастер какой-то. Винчестер, боже. Карта каньонов. Так у меня же есть. Да, это она есть. Всякие зелья. Динамит. Старые часы. Прицельно замедляет время на 15% в секунду. Ой, как хорошо. Максимальная выносливость повышается на 50%. Тоже 300 стоит. Жесть, у него тут артефактов. Но мне ему продать-то нечего. А, вот перо одно. А, эффекты не суммируются. Так что перо могу продать. Что еще ему? Кружку могу продать. Записку я какую-то... Простите, что-то нацарапано. Так, я какую-то записку... Вот, «Блудная ночь» вроде я не читал, надо будет прочитать потом. Ладно, потом прочитаю. Ну и лук, блин, лук такой себе. О, вот еще одна записка. Так, а это что? Отдохнуть. А, типа я отдыхаю до утра или не? Что, сейчас день настанет? Нет, тут всегда ночь, видимо, прикинь. Это я просто, может, сохранился здесь? Фиг его понять. Так, ну они говорят, старая церковь. Вон то, что ли? Видимо, похоже на старую церковь. Так. Лук. Ой, боже, это перекати-поле напугало меня.
Так, монстры. Салун. Ага, понял. Офигеть, здесь монстров. Так, ладно, давай возьмем оружие. Тихо, 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 тихо. Ой, жесть! Тихо! А! О, жесть! Фух! Пипец, испугался. Это кто? Что у нее? У нее дробаш в руках. Офигеть, когти, ты посмотри. Что я там взял? Что подобрал? Вот это жесть. Так, два патрона осталось. Вот патроны. Так, 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 подожди, это на что я патроны подобрал? На револьвер? Давай револьвер тоже возьмем. Чего? Смотри, как он долго перезаряжает. О боже. Вон она. Не, давай против нее лучше дробаш, по-моему, взять. Ой, жесть, она меня видела. Идет. Привет! Отлично! Ух, нифига себе, ржавый дробовик мне дала. Давай забираем. Так, а как мне его? Подожди, это. Места мало. Так, ну-ка, дробаш. Он большой какой-то, да? Да, у него ствол длиннее. Так, больше никого? Это что такое? Серебряный нож. Ага. Так, кто-то меня слышит. Так, коробка с сигаретами, видимо. Боже, как темно. А кто меня слышит? Смотри, меня кто-то видит и слышит. Тут еще такая тетя есть или нет? Тетя Мотя. Жесть, тетенька. Так, окей. Здесь достаточно. Спокойно, ну и ничего нету. Я ничего не вижу, больше ничего поднять не могу я, видимо. Ладно. А, вот эти мы... С крыльями какой-то чувак. Так, подожди, с револьвера давай. А, у меня этот. И там стоит. Так, подожди. Вот это пусть, да, дробаш будет и револьвер. Здорово, дядь. Сейчас. Боже. Ой, жесть, не умер? А, умер. В голову попал. Кто-то меня видит. Кто? Монстр? Что ты? Блин, попасть не могу. А, там лестница. Жесть. О! Боже. Есть, в прыжке. Еще один. Быстрей. Дядь, один патрон. О, есть, в голову. Что? Как я в голову попал? Ты читер, конечно. Так, забираем. Вот же жесть, тут монстров. Подожди, патронов нету ни на чё. Вообще нету патронов. И чё вы предлагаете, с топором мне бегать? А, вот это вот залутаем сейчас. Может, у него что есть? О, у него револьвер ещё. Тихо, 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 дядя. Дядя, тихо. Дядя, тихо. О, столовые приборы какие-то. Серебро или что там? Серебро. Так, ну тут нечего залутывать. О, патроны. Патронов здесь категорически не хватает. Вот еще, ну может начало игры? Так. Есть, 4-5 патронов на револьвер. Надо было, может, у торговца, видишь, купить. Подожди, а у меня есть на дробаш теперь появились патроны, нет? Нету. Блин, только на револьвер. А, разные патроны с разных пачек. Блин, ну это слишком далеко. Фиг попадешь так ему в голову. Сейчас он застанет. Ну. Блин, как качает. Фиг. Чего? Куда не... На, держи. Так, вон. О, в голову. Там еще два монстра. Боже, сколько вас. Так, забираем. Блин, я бы на самом деле, знаешь, что, к шаману сбегал, продал бы все.
О, монетка. Да забери ты ее. Да, отлично, монетка есть. Надо у них что-нибудь попросить. Там мы кошку брали. А кто меня видит? Вот тут видит, что ли? Он... А, их двое там. Двое из ларца. Попал. Ох, нифига. Эй, дядь. О май гад, он стреляет. Не-не-не. Подожди, бро. О, патроны. Не-не-не, эти обычные заряди. Бежит куда-то. Куда ты бежишь? Алло, Алёша. Боже, кто? Кто рычит, кто орёт? Где он? Блин, надеюсь, они не ваншотят. О май гад. А, он летает. А, жесть. Умри. Не, Алёша. Перезаряжается. Да что я? Попасть не могу, есть минус голова. А вон он. О май гад. 40 хп. Тихо. 40 хп. Так, где хпшка? А, у меня бинт есть. Давай, бинтуйся. Что бинт восстанавливает? А, 10 хп? О май гад, что так мало? Хух-хух-хух. Не, я хочу отсюда сбежать. Надо к шаману, надо к шаману. И этот. О, есть на этот, на дробаш. Сейчас попробую с дробаша его забрать. Где он? Где ты, дядь? Где-то рычит. Где-то рычит, но непонятно где. Дядь? Смотри, он меня слышал, он сагрился на меня, но я его не вижу. Ладно, вот этого золотая. Так, взять все. Забрал. Блин, не знаю, где он. Это здесь. Дядя! Выйдешь, нет? Че ты бегать? Тетя Маша, а Миша выйдет погулять? А! Вышел! Ха-ха! Здорово! Фух, бедный Мишка. Так. Вернуть боеприпас. О, можно разрядить. У меня места нету, надо продавать это все. Ладно, короче, побежали, наверное, к шаману назад. Где-то же у нас шаман тут недалеко. Сейчас попробуем там сохраниться. И продолжим потом в следующем видосике. Продадим все. Фух, жесть, да, крипово немножко, крипово. Ну, интересно, что здесь происходит. Кто наш главный герой? Так, я не знаю, как сохраниться. Может, отдохнуть надо? Тогда она сохранится. О, схрон. А, я могу здесь оставлять. Давай лук выложим. Вот, потому что, ну, что-то с луком пока непонятно, как им играть. О, у него прицельность какая-то фигня. Может, прокачать надо будет сначала. Так, отдохнул. Надеюсь, я сохранился. Все, ребят, на этом первую серию закончим. Ну, может быть, и последнюю. Я не знаю. Пишите в комментариях, ну я и посмотрю, как просмотры, понравилась вам игра или нет. С вами был Максим, всем удачи, всем пока. Подписывайтесь на Funny Games TV, ставьте лайки, ну и пишите комментарии, естественно.